есть? Так одета же маска. Денис Владимирович, маску, пожалуйста, наденьте. Это санитарно-гигиеническая маска, которая защищает. А вы откуда знаете, что я Денис Владимирович? У меня маска с марта 2020 года. В них бактерий больше, чем в этом здании. Можно ее одевать-то? Это ваше суждение. Сами одеть видите. Маску, в которой бактерий больше, чем Денис в здании сюда. Использование. Все. В местах массового. Вопросов больше не имею. Санитарно-гигиенической маски, согласно указу губернатора Свердловской области, обязательно. Использование масок, которых бактерий больше, тоже есть? Или как указом вашим? Бактерии в указе губернатора нет ни слова. Нет ни слова о бактериях. Замечательно. Судебное заседание является продолжено. В начатое время, или в 14 часов судебное заседание было открыто, я не Владимирович, как сейчас понимаю, судебное заседание опоздал. Поэтому устанавливается личность лица, в отношении которого ведет производство по делу об административном правонарушении. Представьтесь, пожалуйста. Живой мужчина с именем Денис. Еще раз, какой мужчина? Живой мужчина. Фамилия мужчина? Не имеется. Ну что, вы отказываетесь назвать свою фамилию и имя? У живого мужчина фамилии не имеется. Представьте, пожалуйста, документы, удостоверяющие ваше личность. У живого мужчины документов не имеется. Вы отказываетесь предоставить суду документы, удостоверяющие? Я не отказываюсь, не отказываюсь. Поймите русский язык. У живого мужчины документов не имеется. Документы могут быть только у личности. Вы личностью не являетесь? Нет, нет. Мне как вашу позицию-то расценивать? Как живого мужчины. Предложение рассмотрения дела с вашим участием возможно только в случае установления вашей личности. Так личность устанавливайте, где она там, где-то в коридоре, она зашла в суд. Яна, не доводите ситуацию до абсурда. Никто не доводит. Личность устанавливает. Вы отказываетесь назвать вашу фамилию и имя отчество? У меня нет фамилии, как у живого мужчины. А нет. Что у вас есть? И у меня есть собственности имя Денис. Все? Да. В каком случае суд будет расценивать как явку лица, в отношении которого ведется производство по делу совершенно верно. Как оно и было изначально начато. Далее переходит судья к разрешению ходатайства следующего поступившего в адрес суда. Это ходатайство, мотивированное положением части 1 статьи 29.5 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений, который предусматривает возможность рассмотрения дела по месту жительства лица, и требование сформулировано словами «хочу» по передаче дела для рассмотрения Ленинский районный суд города Нижнего Тагила по месту жительства. Определение суда понятно, Куприянов? Мне не надо его понимать. Я не участник этого дела. Как же вы? Все на состоянии закрыто.